Начало автодороги в городе Джебраил-Зангелан-Ахбян спроектировано от села Ахмедвейли-Физули, и она строится в соответствии с первой технической категорией. Первые 77 километров дороги будут иметь 6 полос движения, остальные 46 километров 600 метров – 4 полосы. Вдоль дороги, согласно проекту, строятся 3 автомобильных тоннеля общей протяженностью 6 километров. Завершено бурение первого тоннеля, и в настоящее время проводятся бетонные работы. Бурение этих тоннелей осуществляется с использованием подрыва и других методов. Автодорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Ахбенд является частью коридора Хаджигабул-Горадиз-Ахбенд-Зангезур и представляет большое значение с точки зрения соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Согласно требованиям строительных норм и правил, строительные работы, осуществляемые под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, планируется завершить в 2024 году. Также предусмотрено строительство 15 автодорожных мостов, 5 путепроводов и 54 подземных переходов на автомобильной дороге Горадиз-Джабраил-Зангилан-Ахбенд общей протяженностью 123 километра 600 метров. Гюнай Бинуядзаде, Нюльфер Асланзаде, новости СТВ.